0-4. Никаких итогов. Так нельзя играть. Давайте следующий вопрос. Чего не хватало? Голов. Показалось, что вот как-то сбились после вот неудачного начала. Две пропущенные шайбы как-то сбили, что ли, настрой команды. Был такой, нет? Ну, получилось, что так, но такого не должно быть. Должны играть дальше, стараться бить хотя бы одну, чтобы там вторую забить, сравнять, постараться. Ну, ничего этого не было. В нынешнем сезоне Салават вообще крупно не проигрывал, в принципе. Есть объяснение, почему так произошло? Может быть, по физике что-то произошло, нет? Нет, ноль голов. Вот у нас даже, вот знаете, остроты нет. У нас было вот пару-тройк моментов за всю игру, и все. А у нас остроты вообще даже нет. Что надо менять? Забивать надо. Что менять? Надо просто забивать, закапывать, я не знаю, там, что угодно вообще. Надо закапывать просто, и все. Даже так не получается, что-то поменять. А мы не закапываем вообще, где у нас не получается. Причем бросаем, не пойми откуда вообще. Я говорю, было 2-3 момента и все. Как бросать нужно? Откуда? Чтобы закапывать. Что с пятака? На пятак надо идти. А, такое обидное поражение может стать какой-то отправной точкой, когда команда станет меняться в лучшую сторону, стабильные результаты придут? Ну, такие, конечно, поражения должны как-то, как сказать правильно, сплотить. Да не то, что сплотить, просто даже как бы должно очень сильно раздражать, должно быть как бы, ну, стыдно. Ну вот. Это, как бы, такие, конечно, вещи должны быть, ну, точка отправа, но как бы. Ну, это как бы такое зажитие, что просто как бы. Ну, даже после 0-2, в принципе, не имели права сегодня выйти и так играть. Я не гружу по 0-4. Что-то вообще, просто как бы, ну, ты не о чем разговаривать вообще, по сути.